Последнюю волю Наполеона пустят с молотка. На аукционе в Париже продадут завещание императора, написанное за 19 дней до смерти. В эмоциональном послании Бонапарт признается в любви к французскому народу и просит развеять свой прах над Сеной. С аукциона уйдет копия завещания, сделанная близким советником Наполеона. Оригинал, написанный рукой самого императора, хранится в Национальном архиве Франции.